Я люблю играть на улице, даже когда холодно. Но когда я болею, мне приходится оставаться дома до тех пор, пока я не стану здоровым. Мой насморк может не прекращаться, как проливной дождь. Мой нос может быть заложен и не дышать. Кажется, его ничто не прочистит. И моя голова может раскалываться, словно внутри нее кто-то прыгает. Вы даже не представляете, как я устал. Будто бы я застрял в сугробе. Но когда мама помогает мне с помощью небулайзера Philips Home Nebulizer, все меняется. И я могу снова играть на улице. Потому что быть на свежем воздухе лучше, чем сидеть взаперти.